Подготовку необходимой документации начали в декабре прошлого года. Подрядчик, фирма «Агрострой», приступил к строительству объекта в начале сентября. Сегодня уже возведен каркас будущего спортивного сооружения. Работы кипят как внутри объекта, так и снаружи. Все необходимые коммуникации к новому строению уже подведены. В ближайшее время строители займутся монтажом кровли. В начале следующей недели будут установлены окна. Параллельно ведется благоустройство прилегающей территории. Тут уже 50% да, штукатуры. Ну вот, помещение можно посмотреть. Плитка где-то 27-го. Стройка ведется на основе софинансирования краевого и местного бюджетов. Стоимость объекта – почти 11,5 миллионов рублей. Зал оборудуют инвентарем. На это будет потрачено более 800 тысяч. В новом спортивном сооружении предусмотрены душевые, раздевалки, пандусы для детей с ограниченными физическими возможностями. Площадь зала – 433 квадратных метра. Он универсальный, а значит, заниматься здесь можно будет любыми видами спорта. Напомним, помещение, в котором проводятся уроки физкультуры сейчас, находится в полуподвальном помещении и не способно вместить большое количество школьников. Закончить все работы планируют до конца года. Марина Белова, Евгений Холманских, служба информации канала РЕН-ТВ «Армавир».